Так, завершающий этап сборки. Сейчас мы вкручиваем третий саморезик и смотрим, как в действии себя покажет эта система. Опа, достаточно мощная. Я думаю, что для контрабаса она тоже должна подойти. Хорошо, надо сначала надевать на пояс, потому что... Ну, мы сейчас так экспромтом сделаем, все-таки такая вещь новая. Ну, да. С виду достаточно уверенно себя виолончель чувствует. Это, конечно, не на гитарном ремне. Две точки опоры сверху и снизу. А если сидя? Так, попробуем сидя. Thank you.